бежать только бегом. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, сущим во гробе живот даровал. Очень всех на Тебя, Господи, уповай, Ты даешь им пищу во благовремени, отверждаешь Ты щедро руку, Ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистой Матери, всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешным. Создав мне, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Значит, поклон знаете, как делать? Как пальцы слагаете? Два или три, как у вас принято? Ну так, Господи, значит, Иисусе Христе, пух, где находится, Сыне Божий, помилуй меня грешным, на плечо прям сюда, выше. И поклон бы такой, чтобы ты, если проверить себя, рукой могла пол достать. Поклонимся, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Вот это, вот так, колени не подгибать, руку не опускать, но один раз проверить надо. Дети у меня это учатся в течение одного дня всего. Так, ну садимся за стол. Все. Дальше тут распределят. Так, березовки-то нету? Есть, только здесь. Холодная? Она, да, не разборожена. Нет, там... Отодвигай скамейку. Она испортилась. Смотрите, как вам это удобно. Примщик, сразу рассказываю как. Рассказала уже. За стол не облокачивайте, как-то сели за стол. Дальше кистей, руки на стол не ложить. Полную вам? Ну, пока хватит. Есть простокваша еще, скажи. Ну, хорошо. Простокваша есть. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь, отвечаю. Володя, а где моя ложка? Где ваша ложка? Кто ее? Лежала здесь. А. Мне надо найти ее. Ну да, надо. Ну все, ладно, слава Богу за все. Аллилуйя.